Народ, всем пламенный хеллоу, Audi Coral Springs. По многочисленным просьбам сегодня будет Audi. Надеюсь, все будут довольны. Ребята, некоторые спрашивали, вот просто мне звонил вот один из зрителей, да, с кем сейчас вот начинается сотрудничество, возможно, и спрашивал, что ну что ж, Audi не снимаете. Я сказал, что наши какие-то вредные, они не хотят нам без налогов продавать, там даже бэушку и так далее. А вот здесь сейчас Audi Coral Springs, это тоже Флорида, но подороже. И, кстати, пока сюда приехал, ехал сюда к другу, и теперь понял, почему он купил именно Audi, вообще возле дома, потому что номер, смотрите, какой, все пятерки, адрес такой. Ну что, давайте глянем, что там у нас, что почем. Огромный аудиоцентр, просто колоссальный, много машин. Сейчас посмотрим, есть ли у нас ценники, и отсюда посмотрим, будет ли у нас сегодня новая или бэушка ролик. Я просто почему говорю новая бэушка, потому что если мы говорим про то, что ценников нет, то мне приходится заходить на сайт, очень сложно снимать, представляете, то есть пока на сайт зашел, пока посмотрел цену там и так далее. Короче, целая история, поэтому в этой связи новые. Сейчас посмотрю и расскажу. Но обычно дилеры ныкают цены, и я вам их оттуда вышкрябываю из интернета и просто озвучиваю. Давайте глянем. Все как обычно, приветствуюсь на канале Yes Family Van. В последнее время подмывает мне что-то сменить опять авто, и все как-то хочется взять себе Cayenne. А Porsche Cayenne — это практически база для Q8, например. Смотрите, какая красотка стоит, цвет какой вообще, такой, он вообще в Америке милитари считается, песочный, да? Очень красивое авто. Ну что? Стикер, Windows стикер у нас есть. На новых, по крайней мере, ценники есть. Итак, у нас, смотрите, это 91 тысяча, Q8, 2024, 3 литра, V6. Вот так вот, наверное, видно. Ох, и красавица. И такой же салон песочный, ребята, просто бомба. Очень красиво смотрится. Очень-очень красиво. Ну, просто надо и на заставку вам поставить. Ну что, погнали. Так, ребята, кто заказывает Lexus GX550, и появляются, просто запросов много, уходят машины практически сразу, поэтому, пожалуйста, скажем так, потерпите, кому я ищу машины, и кто заявки, кидайте мне в Instagram. Я буду скидывать информацию вам уже отдельно на WhatsApp. Так, ну, ценников нету. Поэтому, видите, к сожалению, цен нету. 23-й год, и даже нету штрих-кода, чтобы считать цены. Поэтому пойдемте с вами смотреть на новые. Что и как по ценам у нас на новые Audi. А бэушка у нас, к сожалению, без цен. Ну, я показывал несколько раз. В принципе, Audi достаточно быстро теряет цене на американском рынке, поэтому можно взять по хорошей цене с небольшим техническим пробегом. Хорошая гарантия, кстати, у них. Я Q8 показывал, что вот когда мы брали там под человека. Итак, снаружи что-то как-то не очень там у них. Смотрите, значит, давайте здесь посмотрим. У нас 24-й год, опять Sportback S-Line. 2-литровый двигатель. Они, видите, они, короче, опции пихают. Protection Package 1495, то есть от 60 и 1700. То есть от 60 цена уже 63. Ну, на 3700 получается. Такие вот, как бы, условия, видите. Сразу уже прилипает, короче говоря, ну, больше 5% от 60. 60-500, 63-700. И плюс еще таксы сюда пойдут. Ну, как бы, нагловато дилер. Сразу видно, что если у бэушки нету прайса, ценников, то... Так, еще у нас Q5. Q5 тоже, смотрите, 73-900. Это у нас 2 литра. Quattro S-Line и 75-480. Ну,
так чуточку прибавили. Ну, мое дело вам цены показать. А, вообще, реально, пишите, то есть мы найдем дешевле, если что. Так, это у нас Q3. Я сейчас прям все, весь модельный ряд. Удобно, кстати. 46 тысяч тотал цена. А базовый прайс 44 740. То есть, ну, в принципе, такая небольшая надбавочка. Это у нас 2 литра, 8-ступенчатая трансмиссия. Красная с черным салоном. Q3. Ну, очень дашборд Volkswagen напоминает. Ну, не просто так, естественно, напоминает Volkswagen. Так, это у нас A6 седан, 2 литра, 7-ступенчатый S-Tronic, 67 644. Ну вот в этом как бы фишка, имейте в виду, что Audi, когда мы с вами чуть-чуточку вот техническим пробегом можно взять, то сразу же на них более гуманный прайс, намного более гуманный. Вот кукушку, помните, мы покупали Q7. Темно-синий красивый цвет, такой глубокий. Так, смотрим. 2 литра, 8-ступенчатый автомат, 69 900 и 71 395, плюс будет еще сюда 7 тысяч примерно налог регистрации. Это если бы на внутренний рынок брать. Ребята, напоминаю, вы постоянно один и тот же вопрос задаете, наверное, смотрите не очень внимательно, потому что объяснял уже здесь. Если мы покупаем новую машину, то практически всегда мы платим налог. Бывает, что можно взять без налога, бывает, но это очень-очень редко, в основном американский автопром. А здесь, как бы, ребята, ну, вряд ли получится взять вот эту машину без налога. А вот если есть небольшой пробег, то уже можно взять без налога, если дилер не против. Ну и в отличие от Европы, где налог возвращается из Германии, вы можете купить с налогом, потом его вернуть себе. В США такого нету. Вы вернуть налог не можете. То есть если вы купили с налогом, уже значит и будет вам налог. S5 кабриолет, популярная флоридская тема. 3 литра, 8-ступенчатый автомат и 75 300. Здесь нет этого стикера дополнительного. Так, давайте глянем, что там у нас еще. Вообще, конечно, Audi классический, конечно, выглядит, но красивая машина все равно. RS5. О, сейчас, наверное, поклонники какие-нибудь Audi сразу скажут. Так, здесь у нас 2,9. 8-ступенчатый, кстати, обратите внимание, 2,9. То есть до 3 литров получается. RS Q5, и цена у него 90 тысяч, этого автомобиля 90 840. Эх, а мне здесь музыка сейчас прилетит авторские нафиг, поэтому я буду много говорить, ребята, я говорю, чтобы музыка у вас не была. Лонговая версия авоськи с этой, конечно, красивой задней фарой. Смотрите, как это шикарно все дело смотрится, очень-очень круто и здорово. Ну, авоська есть авоська. Ну, кстати, из немецкой тройки она самая приемлемая по цене, но она и самая аскетичная, или, точнее сказать, самая классическая. Потому что из BMW вообще он как бы стал футуристичный, но и при этом изменил себе, да, по дизайну. Mercedes не изменил себе, он стал очень классный, в принципе, но тоже есть но. И в плане, если вы не хотите ничего менять, все, Audi. Audi, все ответы на вопросы только Audi. Так, ну и что у нас тут? Давайте глянем, что у нас по ценнику на авоську. Соответственно, 99 тысяч. 98 здесь, но на нее надбавочка небольшая. Ну и, конечно же, Porsche Taycan. Он же GT Quattro e-tron. Пожалуйста, вам Audi e-tron GT Quattro 109 800 и 110 560 на него вообще. Ну, электрички, я уже говорю, единственное, что их очень хорошо, ребята, брать в лизинг. И, кстати, подпишитесь на мой инстаграм, телеграм. Я уже в телеграм вот тот автомобиль выложил. Ну, красивый, обратите внимание, черный, белый, красный, вот это серебряное стоит. Очень красиво смотрится вот эта машина. Ну, вот это, кстати, автомобили с пробегом. Еще у них целое крыло здесь, автомобили с пробегом.
А там огромная-огромная площадка. Сейчас посмотрим, там новые или БУ стоят. Но вот это все типа пробеги, но небольшие. Зачем-то или без пробега даже. Вот это без пробега, по-моему, стоит. Что это у нас такое? Ну, видите, они поставили только... Наценку только поставили. А так цены машины. Ой, там целая огромная площадка. Ну, вообще просто колоссально большая. Ну, это местечко Coral Springs. Это недалеко от Бакаратона, относительно недалеко от Майами. И, как бы, посмотрите, огромный склад Audi, просто колоссально большой. Это вот, я так понимаю, четверки стоят, или трешки это? Трешки, наверное. Да, тут разные. А это шестерки стоят. Ну, вообще, как без... Ну, давайте вот трешечку посмотрим. Это все новое, оно со стикерами. Ну, про наценку вы уже поняли, в районе 2000, там, 2500 у них наценка, на какие-то меньше. Но это может быть предмет торга. Так, вот у нас Windows стикер. Вот у нас Windows стикер 62400. Офигеть. Но это, правда, у нас S3. Единственное, но... Это S3. Это все у них, видите, по традиции. Ну, еще есть какие-то Range Rover, Lexus там. Так, а вот это, по-моему, у нас... Сейчас посмотрим. Вон там стикер есть. Вот сейчас наценку посмотрим. Значит, смотрите. А третье, Front Wheel Drive. Это вообще моноприводная машина. А, не Quattro. 40 680. И с наценкой это авто у нас... 40 тысяч, вот, пожалуйста. Видите, нифига себе наценочку они вешают. 44 500. Но реально можно пробовать торговаться, но это вот как карта ляжет. Иногда они в речь. Если мы говорим, что мы покупаем машину, и, скорее всего, она уйдет на экспорт, они, скорее всего, не будут уступать. Кэш они не любят, сразу говорю, что как только предлагаешь кэш, они говорят, что не-не-не. То есть для кредита, они с кредита еще заработают больше, поэтому они, блин, жалко нету на нее ценника. Ну, красивая, смотрите. Это у нас все А6 стоят. 63 840, 2 литра. Вот эта красотка прям, цвет очень красивый. Тоже А6. Так, ну, видите, я вам Audi все... просили, вот он. О, это у нас там и трончики стоят. Так, сейчас я давайте вот это покажу. Это А6 седан, 2 литра, 65 тысяч. Это все шестерки стоят. Ну, разные комплектации, разные салоны, выбор, благо, большой. Q8, и еще это все Q8, я думаю, и троны. Просто есть еще Q8 и Tron, теперь он называется. Да, это и есть он, Q8. Он раньше и Tron, а видите, теперь Q8 и Tron, да. Не ошибся. Это электричка, ребята, в чистом виде. Смотрите, какой светлый салон. Очень красивое вот это вот управление. Но у нас зато я могу поснимать. Вот еще одна стоит в таком же цвете. Они выступили как промо, видимо. Смотрите, как красиво. Очень красиво все это дело смотрится. Так, давайте посмотрим на цену этого Q8 и Tron. Q8 и Tron стоит 86 900. То есть, в принципе, немногим меньше, не сильно дешевле, чем кукушка бензиновая. Так, и вот тут вот у нас стоят Q7. Q7, вот Q7 на вторичке, ребята, просто можно брать буквально годовалую. Вы помните, мы покупали для ребят из Майами, когда они приехали. Блин, бежевый цвет, очень красиво смотрится. Шикарную машину, намного дешевле. Вот 7400, а мы ее что-то взяли за какие-то там смешные деньги. Она была годовалой, гарантийной, у Audi шикарная гарантия. Это причем, это у нас с вами 2 литра. Видите, 2 литра. Это вот одинаково. Здесь вот темная решетка. И тонированный хром. И, ну, без хрома, короче, машина. Давайте глянем, что тут у нас.
Это у нас 2 литра все те же. И цена 68 450. 68 450. Куча всевозможных стоит авто. Вон там, видимо, трейдиновских. Ну, ребят, как-то вот так вот. Тут, в принципе, все остальные Q7 стоят. А, вот это вот престиж, по-моему, комплектация по фарам, видите? Хотя, может быть, это обновленная сейчас оптика, не знаю. Мне кажется, это вот престиж. 24-й год, 3 литра, 3 литра, вот это 3 литра, да. И 76 200. Ну, короче, ребят, нет смысла ее новую покупать, ну, никак. Только, конечно, если в кредиты сэкономить на процентах, потому что новая машина всегда процент дешевле. Ну, он не сильно дешевле, но дешевле будет. И вот Q8, цвет мокрый асфальт, причем вот эта S-ка стоит. То есть это не e-tron, это обыкновенный бензин. Это фактически платформа Lamborghini Urus. Ну, у меня много профессионалов на канале, они знают. Очень красивые диски, смотрите, какие дизайн. Q8, давайте глянем, что тут у нас по цене. Вот на эту вот есть ценничек. Это у нас 3 литра. И 85 700. Ну что ж, в целом, причем мне кажется, что вот эта вот, которая e-tron Q8, она немножечко меньше, но она прям смотрится меньше e-tron. И зато смотрите, какая огромная проекция. Как у Мерседеса, видимо, 3D. Пишет, едет 100 миль. Всего 258. У них стандартно, ребят, примерно 400 километров она едет, в зависимости от загрузки и погоды. 24-й год. И e-tron Sportback. А, это Q4, простите. Она поэтому смотрится меньше. И 67. Ну, GT. Короче, для города, если по трассе не гонять, отлично. Вот это вот RS. То есть это e-tron GT, а это RS e-tron GT. Стикеров нет. Объясню почему. Будут, короче, они раскручивать, что последняя машина и так далее. Ну, сори. Короче, нету на них стикера просто. Ох, в общем, не люблю такие дилеры, которые скрывают тихонечко, короче, информацию, дабы найти. Ну, моя задача была показать вам цены на Audi. Вот я показал. Я обязательно пройдусь у нас в Naples, когда вернусь на днях где-нибудь там, не знаю, на неделе, на этой, на следующей. Покажу вам фактическую цену на бэушку, то есть на автомобиль с пробегом. Поэтому, кому нужно будет, пишите. Это, видимо... Видимо, ну вот это вот Q8, видите, она что-то как-то интересно. Вот это вот Q8 e-tron, а это вот Q4. И это Q4 такая же история, как с новым BMW X2. Он стал больше не просто там X1, а он стал больше предыдущего X4 практически, да? То есть, или как минимум сравнялся в размерах. И здесь то же самое. Q8 e-tron, видите, здесь вот, чтобы... Не голословно, да, то есть это Q8 e-tron. И такого же практически размера, даже чуть-чуть при, только жопа так при, повыше, тут спойлер еще добавляет объема. Ну и при этом что у нас? Здесь вот такая вот, вот такой вот дизайн, надо будет обзорчик запилить. И здесь еще более-менее такой, по старинке можно сказать. Это вот интересная, конечно, машина. Ну, ценник не кошер. 67 тысяч, это прям такое. Такой центр интересный. Там 4 продавца, они там в углу сбились. Ну, сейчас понятно, что, наверное, нет народу. Все, ребят, пока-пока. Спасибо, что были вы на канале. Подпишитесь на Инстаграм, подпишитесь на Телеграм. Туда уже скинул вам вон ту вот бежевую Audi. Поэтому, кому нужно мобильно получать быструю информацию... то вот там вот. Пока-пока, спасибо.